доказательством вины, это является проверка показаний на месте, где непосредственно подсудимый показал, каким образом осуществлялся поджог автомобиля. Кроме того, это показания свидетелей. Не дают описания данного подсудимого дальнейшего, уже было установлено в ходе следствия данного лица. Синиченко Дмитрия заключили под стражу в зале суда, но сразу после этого ночью таинственным образом полыхнул еще один автомобиль. Умышленный ли это был поджог? В этом еще предстоит разобраться следствию.